Снова я, Донали. Я шлю привет вам, мои подписчики, и говорю вам просто вау! Вау, вас уже 160! 160 человек! Да, я не снимала видео на 150, потому что вечно что-то откладывалось, дотягивалось, и пока это все делалось, тянулось, вас уже стало 160! Я просто... Опять же, каждый раз я счастлива каждому новому пришедшему десятку ко мне на канал людей, которые остаются, не уходят и там, оставляют мне комментарии, лайкают. И мне это очень приятно. Да, я давно не снимала на канале видео, чтобы вы видели меня. Вот, но вот кто не знает, туда у меня теперь дредики. И если вы хотите подробное видео об этом, то переходите на мой второй канал, который новый и создан совсем недавно, по ссылочке в описании. Если вам понравится видео на том канале, то подписывайтесь и тоже ставьте лайки и комментарии. Там уже видео чисто про меня, которое я буду снимать. Там нету никаких лошадок, игр и ничего прочего такого. Может быть, это грустно, но вот я решила создать еще один канал. А вам я говорю еще раз большое просто спасибо за то, что вы со мной, вообще очень-очень долго. Я помню, что когда год или полтора назад, по-моему, полтора года назад я начала вести канал в нормальном ритме, пытаться, и у меня было 7 подписчиков, а сейчас вас 160, и мне это очень льстит, что вы вообще на меня подписываетесь. В общем, спасибо вам большое, что мы с вами вместе наслаждаемся этой игрой. Кто-то, может быть, подписался на меня за счет других видео, но, к сожалению, моя компьютерная техника не позволяет мне снимать кучу других игр, но я буду искать какие-то игры, которые были бы вам интересны. Я подумаю над этой темой. И пока, кстати, лето, пока есть время, надо, да, побольше снимать видосиков на разные темы. Вот, может быть, попытаюсь снимать что-то в творческом направлении, ну, в смысле, к примеру, творческий Майнкрафт или какие-нибудь всякие еще игрушки. Ведь на самом деле есть куча игр, просто которые бы у меня не лагали на моей технике, но просто я о них не знаю, или я просто не хочу в них пока что играть. В общем, спасибо вам большое. Я и мои там лошадки вас любим, и это для тех, кто играет в Star Stable. Кто не играет в Star Stable, спасибо просто, чтобы вообще подписались, потому что весь контент почти сейчас лошади, 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 и чтобы не уходите вообще. В общем, я вас люблю, спасибо, что вы со мной. Не забывайте оставаться детьми, это важно, играйте в игрушки, если вам это нравится, не наплевайте на слова других людей, что ты играешь в игры, фу, ты ребенок. Быть ребенком — это круто. Всем пока, удачи вам!